занимались обеспечением дорожной безопасности движения, соответственно, понимают, что они возложили функцию, которая не была, по нашему мнению, реализована, на вас. Будет правильно, вы занимались так же, как и ваши отделы. Патрульная полиция не может на главное управление возлагать какие-либо обязанности. А согласно действующего законодательства, патрульная полиция работает не только по линии безопасности дорожного движения, но и по охране общественного порядка. Ваш отдел тоже занимался этим? Мы организовывали, мы задействовали ситуацию. Получается, по данной ситуации жалоба на сигнал 102 был поступлен только от Альфа-банка. Вот, какие-либо дальнейшие рассмотрения материалов Альфа-банк справок о причиненном ущербе не предоставил. Вот, сотрудники полиции в связи с тем, что их было немножко меньше участников мероприятия, и чтобы не нагнетать, не накалять ситуацию, их действия документировались. Вот, от сотрудников Сбербанка жалоб никаких не поступало. То есть так как сотрудников было меньше, поэтому они не предотвратили то, что разрисовывали банки? Просто, да, чтобы не было, не накаливать ситуацию и невозможности было задержать всех участников данного мероприятия. Ну, у них же есть пистолет. Ну, массовое мероприятие. То есть, правильно ли ваше, если в Николаеве соберется толпа из, там, условно, 100 человек, либо 200, больше, чем количество сотрудников полиции, в принципе, то они могут делать что угодно в этом городе. Нет, неправильно. Если будет грубое нарушение общественного порядка, то полиция будет вмешиваться. В данном случае это более это не грубое, я понимаю. Нет. Это было административное правонарушение. То есть, и как... Вы, нет, вы осознаете, что они делали противоправную деятельность, вы сказали, что не могли их задержать. Они попадают под административное нарушение благоустройства, статья 152 административного кодекса. Правильно. Сотрудники полиции даже не говорили с ними. Вы сейчас говорите о группах коммуникации. Я понимаю, что они даже не предупреждали, что ваши действия не были. Нет, я лично был тоже. Мы предупреждали организаторов. Вот. Мы общались с людьми, которые там были. Вот. Организатор не представился, заявки на данное мероприятие не было. Вот. Мы уже, скажем так, наряды были выявлены, то, что идет сбор граждан. Вот. Потом подошли молодые люди с закрытыми лицами, с жилетками, цивильный корпус, вот, которые сразу начали обрисовывать эти здания. Вы сказали, что вы их действия задокументировали. Для чего в итоге? Что-то произошло? Какие-то протоколы были составлены? По данным мероприятиям было только одно обращение по банку Альфа-банк. То есть, если нет обращения, вы никак не будете открывать дело, если вы видели это нарушение? Там идет административное наказание, никакого уголовного дела там нет. Потому что нету, нету ущерба. Правильно. Ну, зачем, зачем вам обращение от банка либо от кого-либо в рамках статьи 152? Ну, тут же не надо ничего обращения. Тут явно видно, не важно, какую стену они обрисовывают, правильно? Банка, коммунальную стену, либо мэрию и так далее. Вам же не нужно никакого обращения, то есть об ущербе. Мы же не говорим об нанесении ущерба имуществу в уголовном суде. Правильно? Мы им об административном. Да. Ну, то есть дальше будет какое-то, будет ли их привлекать к ответственности административной? Даже если не будет обращения банка? Я зарегистрирован в центральном отделе полиции, и территориальные участковые, скорее всего, занимаются установлением участников. И, скорее всего, в дальнейшем будут привлекать административную ответственность. Может быть.